Школьный спорт в первую очередь детский. И задачи-то перед ним стоят скорее вспомогательные. Общее физическое развитие, разминка после уроков. Но если вспомнить, что атлетичный баскетбол и динамичный гандбол были придуманы для разминки школьников на переменках, то стоит присмотреться, что включают в себя школьные старты. Есть даже уже такие профессионалы, ну, например, как и ведение мяча баскетбольного, да, это дети этого возраста уже начинают играть в эту спортивную игру. Есть эстафета с флорбольными клюшками. И учитывая, наверное, возрастные особенности этих детей, это увлекательно, потому что соревнования – это всегда увлекательно и среди взрослых, ну, а тем более среди детишек. Еще вчера эти ребята ходили в начальную школу, а теперь к ним предъявляются совсем другие спортивные требования. Спорт для тебя какую роль играет? Это я живу спортом. Я не могу без спорта. Это прям вот все мое. А какие виды ты предпочитаешь? Баскетбол, плавание, я люблю хоккей. Эта эстафета для тебя как, насколько важна? На все 100%. Победите? Да. Команды готовы к старту, и грянул бой. Бой с самим собой в первую очередь. Ведь не всегда твои же ноги слушают тебя, а время-то уходит. Кажется, так просто провести футбольный мяч в ворота, а он все норовит укатиться в сторону. В общем, много еще надо работать над собой. Тогда и придут победы. А пока главное – это желание заниматься спортом и стремление к победам. Сергей Берзин, Андрей Капустин, Первый Мытищинский.